Новое семейное пространство открыли на базе библиотеки в Полярном. В этом году это уже третий СОПКИ «Семья» в Мурманской области. Они призваны объединить детей и их родителей для общего досуга. Преобразилось не только помещение библиотеки, но и ее наполненность. К привычным книжным стеллажам и полкам добавились интерактивные блоки и модули. Сразу адаптировались и начали изучать необычные игрушки. В СОПКИ «Семья» первыми, как полагается, вошли дети. Для них, как для первооткрывателей, каждая деталь имеет значение. Подолгу рассматривают книги, пробуют решать логические задачи. Осторожно нажимают кнопки интерактивного модуля. Прекрасное начало для формирования любви к книгам. Новое семейное пространство открыто на базе библиотеки. Предусмотрена здесь и возможность посещения маломобильными гражданами, рассказывают сотрудники. Расширен дверной проем, установлен пандус. Да, Александр, что вы знаете, участвовали в строительстве открытия СОПКИ «Семья». Мы с удовольствием за это взялись. В этом году это место было построено, уже готово. И, честно говоря, я считаю, что это очень важно для нас. У нас очень много молодых семей, очень много детей, поэтому среди было такой достаточно интересный для один из самых молодых у нас поэтому, конечно, это будет востребовано. Единственное, что я могу не совсем понимаю, как это будет работать, но у нас хорошее управление культуры, спорта, молодежи, политики, образования, я думаю, прекрасно справимся с организацией, с интересными события. Продуманы здесь и особенные комнаты для консультативной помощи родителям. Одна из них – о здоровье малыша. Конечно, речь идет не о серьезной диагностике, но дать базовые знания о том, чем и как кормить младенца, как вводить прикорм, стоит ли обращаться к узким специалистам, здесь вполне могут. Консультации для беременности не проводятся. Я думаю, мамочек будет очень много вопросов, на которые можно ответить и помочь. Кроме того, работать с населением здесь могут и юристы, и специалисты социальной поддержки. Это важно, особенно для тех, чьи родственники сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Мы в этом году открыли уже третье пространство, и действительно сейчас мы анализируем, что нужно, да, нашим жителям, которые приходят в СОПКИ «Семья». Мы сначала устроили такую, вы знаете, шоковую терапию. Не побоюсь этого слова, потому что мы наполнили каждый день событиями разного рода. Мы приглашали разных узких специалистов, чтобы показать родителям, что будет происходить в этих СОПКИ. Имея вот такой дом, можно как раз зона военнослужащих, ну не только военнослужащих, это по сути вот то пространство, где могут собраться семьи, поделиться опытом, знаниями, добрым, хорошим. Библиотеки в Полярном стали преображаться последние пару лет. Сначала отремонтировали учреждение на улице Советской. Сильно отступать от классического видения цитадели знаний не стали. Но ввели в программу пространство мероприятия для школьников. Что касается СОПКИ, семья, то место это должно стать объединяющим поколение. Призвано сохранить и укрепить семейные ценности. Новое для нашего города, это прям новое. Как больше интереса даже сюда. Теперь, мне кажется, старше будет ходить, чем на Советскую. Ну, хотя обе библиотеки классные, но тут прям атмосфера, что ли. Библиотеки вдохновляют жизнь, это правильно. К сожалению, читать мы стали, может быть, и не меньше времени взрослого, но мы переходим на электронику. То есть книги в бумажном формате немножко отходят в сторону. А здесь дети маленькие, игра, привыкают, что стоят книги. Без подарков юные александровцы не остались. Брендированные рюкзаки от правительства Мурманской области будут напоминать о новом этапе проекта СОПКИ. Совсем скоро в СОПКах «Семья» будет сформирован график событий. С анонсами можно ознакомиться в официальной группе проекта в социальной сети.